Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хотела бы показать вам очередные рукоделки, которые я сделала в рамках совместного проекта «Подарить детям рукодельное счастье». Вся информация об этом проекте, об организаторах этого проекта находится под моим видео. Если вас заинтересовало, конечно же, присоединяйтесь к нам. Итак, вы помните, что в предыдущем видео у меня была сделана вот такая открыточка от фирмы Abris-Art, вышивка бисером. Сейчас я сделала еще одну открыточку, вот такую вот. Мне эта открыточка, честно говоря, нравится намного больше. Она как-то поинтересней. Но, к сожалению, конечно же, камера не передает весь перелив бисера. Но на самом деле, конечно же, эта открытка смотрится замечательно, блестяще, по-новогоднему. Очень надеюсь, что она кому-то понравится и кто-то ее приобретет для себя или своих близких. И, конечно же, этими открыточками я не ограничусь. И о следующей работе вы узнаете через несколько секунд. Следующее изделие, которое я хочу вышить для этого проекта, это вот такой вот новогодний сувенир, фартучек на бутылку шампанским, или не обязательно шампанским, еще с чем-нибудь от фирмы Матрёнин Посад. Буду вышивать я вот такой вот дизайн. И давайте я открою этот набор, и мы вместе с вами посмотрим быстренько, что туда входит. Нас встречает двусторонний проспект с вариантами этих фартушков. Очень симпатичные. В разных техниках они делаются. Давайте посмотрим, что входит в этот набор. Ткань с нанесенным рисунком, бисер, бусины, тесьма, нитки, игла, схема, инструкция по вышиванию. Итак, смотрим. Вот ткань с нанесенным рисунком. Вот так вот она выглядит. Я здесь вижу две иголочки. Одна такая толстая, другая тоненькая, видимо, для бисера. Так, инструкция. Схематично на ней разнесено, как пришивать бисер. Рождественская звезда. Бисер, посмотрите, его довольно много, и рубка также присутствует, и такие вот крупные бусины, и вот смотрите, вот такие вот под жемчуг, тесьма серебряного цвета и ниточки для пришивания бисера. И я думаю, через несколько секунд я вернусь к вам, надеюсь, уже с готовым изделием. И вот что у меня в итоге получилось. Вот такая замечательная, красивейшая рождественская звезда у меня вышилась. Вышила я ее буквально за несколько часов, за один вечер. К сожалению, не передается весь блеск, вся красота этой звезды. Бисер переливается, и, по-моему, будет замечательно красивый фартучек. От набора осталось большое количество материала. Посмотрите, вот эти два пакетика у меня пустые, но у меня там все это просто на блюдечко было высыпано. Посмотрите, какое огромное количество материала осталось. То есть тут материалы, конечно же, не пожалели. Вот то, что у меня осталось на блюдечке. По-моему, хватит еще на один отшив, это совершенно точно. Но, конечно же, такой заготовки у меня больше нет. Возможно, я использую эти материалы в каких-то других процессах. Что мне осталось делать? Естественно, мне нужно теперь вырезать и обработать это все специальной лентой, которая предлагалась нам в наборе. Вот такой. Единственное, что производитель не предусмотрел, что здесь будет какая-то подкладка. Вот так вот изнаночка моя выглядит. Так, изнанку я не хочу оставлять, и поэтому, конечно же, сделаю подкладочку сама. Я буду использовать вот такую ткань темно-синего цвета, вот с такими разводами. По-моему, так немножечко по стилю подходит, да? Мне кажется, будет очень красиво смотреться. Такая золотая, ой, не золотая, серебряная тесьма. Мне кажется, должно получиться очень красиво. И, конечно же, мы с вами увидимся через несколько секунд. Для меня, конечно же, пройдет значительно больше времени, за которое я постараюсь шить это
вещицу. И вот такой фартучек у меня получился в итоге. Мне очень нравится, смотрится очень по-новогоднему. Мне кажется, такой фартушек может украсить любую бутылку, не обязательно с каким-то алкоголем, но, может быть, с чем-то вкусненьким, с морсом, например. Такая замечательная рождественская звезда, снег блестящий. Ну, переднюю часть я сделала строго по задумке автора, а сзади я пришила, видите, вот такую подкладочку такого цвета. Немножечко не нравится мне как бы вот эти вот стыки, возможно, я буду их чем-то декорировать. Ну, посмотрим, может быть и нет. Просто дело в том, что вот эта тканюшка верхняя очень плотная, и когда на нее ложилась вот эта более тонкая ткань, получилась такая вот своеобразная натяжечка, что ли. Конечно, задник никто видеть не будет, когда это будет изделие находиться на бутылочке, но хотелось бы, конечно, тоже украсить, чтобы просто было приятно брать в руки. Ну, посмотрим, конечно же, еще времени много, может быть, я что-то и придумаю. Осталась у меня, конечно же, схема, то есть вы видите, эта выкройка сделана в полный размер этого фартушка, то есть мы ее можем вырезать и использовать как выкройку. И, в общем-то, не знаю, конечно, но мне кажется, сейчас ближе к Новому году должны появиться какие-то интересные ткани с сюжетом уже готовым. И, может быть, вполне я сделаю еще несколько таких уже фартучков уже с каким-то другим рисунком. Но, конечно же, загадывать не буду. Загад, как всегда, не богат. Посмотрим, что у нас дальше получится. Этим фартушком и этими открыточками я, конечно же, не ограничиваюсь. И через несколько секунд вы можете увидеть анонс моей следующей моей работы, которую я буду вышивать в рамках этого СП. Будет вот такой вот замечательный эльфик. Несмотря на то, что он держит в руках сердечко, мне кажется, к новогодней тематике это тоже можно привязать, потому что вы видите, как он тепло одет, такая забавная шапочка, носочки, очень милый сюжет, очень милый рисунок. Буду я использовать этот сюжет на какой-то прикладной вещичке, что-то из этого эльфика сделаю, еще сама не знаю что. Ну, посмотрим. Сердечко вышивается в данном случае бисером. Не знаю, буду ли я его вышивать бисером или чем-то другим. В общем, вся я в таких раздумьях, в творческом полете. Сама для себя не решила, что получится в итоге. Конечно же, в новом видео я вам уже расскажу и покажу, что же у меня в итоге получилось. А сейчас я с вами прощаюсь. Присоединяйтесь к нашему проекту. Я была очень рада, что вы зашли ко мне в гости. Увидимся в следующем видео. До свидания.